какая косметичка с пчелкой. Обнаружилась за 99. Есть еще и малиновая. Какая красота. Внутри просто вот обычная ткань подкладочная. Есть еще. Нет, это другая. Значит, пока что малиновые, бежевые и розоватые. Вот такие. Пчелки, кстати, темнеют вот от прикосновения. Потемнеют. Ой, какие косметички красивые. И чем хороши, что это пайетки матовые. Видите, они не такие блестящие, а именно матовый цвет. 199 и очень вместительный. Есть синий с малиновым, золотые с черным и серебристые с черным. И сумки на небольшом ремешке 199. Тут уже просто чистый блеск. Вот высота с ладонь, ширина чуть длиннее ладони, черный ремешок. Косметичка в косметичке. Три штучки косметички за 199 рублей. То есть одна прозрачная большая, потом вот такая средняя с цветочками и совсем маленькая с круглой молнией. Да. Еще вижу новинки. Вот смотрите, на какой цепи. Такая толстая цепь хорошая. Что же тут мы такое достанем? Сейчас какую рыбу? Вот она, сумка. Круглая такая бесформенная сумочка на двух кнопках магнитных и внутри с одним отделением и один кармашек. Для телефона стоит 199 рублей. Вот. И черная такая матовая искусственная кожа под замшу. Ну, типа вечерний вариант, что ли, с такой цепью. Что еще? И смотрите-ка еще. Да, все они черные. Вот с этими цепочками черного цвета. Но цепочка, конечно, вот, мощная. Хорошая. Сумка, правда, не очень. Кошелечки вот приятного такого цвета. Приятная расцветка. Клетчатая. 99 рублей. До этого вот в цветочек, в розочку мы с вами видели уже такие. Вот это новенькая расцветка. Идем дальше. Рюкзаки, сумки. Вот какая интересная мужская сумочка через плечо. Есть коричневый вариант, есть черный. Через плечо хороший ремень с пряжкой регулируемая. И да, 199 рублей. Такой вариант есть еще вот в защитном цвете. Ну вот это такая нормальная, на каждый день носить. Неплохая для такой цены. Расческа для волос. Вот она за 99. Интересный такой дизайн. И в принципе она мягкая. Не знаю, расчешет ли густые волосы, но интересная форма. Я думаю, что она бережно будет относиться к волосам. Возьму, попробую. Вот такой за 99. И цвет розовый и фиолетовый. Зеркала новинки на ножке и с блюдечком. Кстати говоря, разворачивается на 360 градусов такое зеркало. 18 сантиметров высотой, 13,5 в ширину. Вот оно, легко собирается. И удобно, что для украшений, вот здесь для каких-то заколок есть емкость. Ну-ка посмотрим, может быть, собрано или нет. Собрано, нет. Зеркало с подставочкой. С этой стороны увеличено 99 рублей, с этой стороны обычно вот. Один к одному, а там два раза увеличение. Так, трафаретики. Бигуди вот эти тоже хорошие. Как магнитные они называются, что ли? 6 штучек, 77. Диаметр 1. Вот такой как раз то, что нужно, средний. И к ним еще зажимчики прилагаются. Триммер для волос. Ого! Вот это новиночка. Это уже что-то новенькое. Здесь вот и насадочка есть. Значит, две скорости работы. Щеточка для очистки лезвий. Две установки длины. Два рабочих положения. Триммер для волос.
кто его знает. Вот такая новинка. А для мужчин как раз тоже есть машинка для стрижки волос, носу и ушах за 77. Но этот триммер уже был, в принципе, давно в продаже. То появлялся, то исчезал. В общем, тут и защитный колпачок, и защитная насадка, лезвие, переключатель, корпус. В принципе, неплохая штука. Вот такую уже приобретали. Работает нормально от батарейки. Не помню, одна или две, по-моему, одна батарейка. В общем, за 77 рублей отличная штука. Фен для волос за 199 рублей. Складной корпус, два режима работы. Например, вот для путешествий. 16 сантиметров он. 105 сантиметров шнур. Сделан в Китае, 400 ватт. Вот он такой. Возьму, будем смотреть, что к чему. И снова в продаже машинка для удаления катышков. Такую я брала, удобная. Как раз то, что нужно. Недорого, 99 рублей. Катышки удаляют. В общем, если у вас такая проблема есть с трикотажем, то неплохая штука. Так, для животных. Игрушки по 55. Когтеточки 199. Вот они на веревке. Тут можно подвесить еще и шарик на резинке. Лазерные игрушки указки опять за 55. Так, еще вот игрушка для котов на резинке, тут с перьями 55. И вот какая игра интересная. Игрушка когтеточка для котов, и в то же время вот со звуком там катается игрушка, ну, для дополнительного интереса для кошки. Внутри шарик с колокольчиком, и здесь вот еще какая-то штучка, хвостик снаружи. В общем, и катать, и когти точить, три в одном, и играться. 99. Флористическая губка по 77, и кроме кирпича еще появились вот такие круглые, тоже удобно для круглой коробки, хороший вариант. Это вообще поддон, это не набор, набор видно разобрали, это поддон для цветочного горшка, три штучки в наборе, вот они, не знаю теперь даже сколько и стоит, потому что это не набор. Так, для рассады овощи, ягоды, цветы. Удобрение с микроэлементами 16 рублей. Вот хвойное растение Кутепова, садовый питомник. Ой, какая елочка! Ель колючая, сорт Глаука. А здесь, да, тоже. Вот она, малышка, какая там в контейнере внутри. Здесь глянем, тоже вот уже желтеют они. Завернуты внутри в пленочку. Так, ну, всевозможные подкормки, добавки. Что еще? Туи засохшие. Ну, вот какие еще. Можжевельники тоже мучаются. Так, а почем же они? Цены не вижу. Хвойные. Ограждения в этом году вот такие интересные, с завитушками. Вот они, одна секция 99 рублей, 60 на 24, 60 ширина. И вот они пристегиваются один к одному, состыковываются. Кашпо садовое подвесное, вот внутри есть еще цепочка с крючком и сеточка дренажная, 99 рублей. Вот такие плетеные, коричневые, пока сиреневые. Торфяные горшочки 50-10 штук. Еще зеленые вот такие есть кашпо. Так, что еще? Прямоугольные с поддоном вместе. Горшок прямоугольный с поддоном 77 рублей. И, о чудо, опять мозаика алмазная по 77. Опять квадратные вот эти наборчики. Сейчас скажу, какой размер. Так,
Размер не написан. Вот здесь эти пакеты. Все есть в наборе. И стик, и ванночка для самих стразиков. И вот силиконовый квадратик. В общем, все есть. Канва. Вот такой кухонный мотив. Виноград. Еще были розы и ландыши в прошлом году. Вот еще деревенский домик. И все. И самое главное, еще смотрите, наборы для вышивки тоже пополнились. А вот еще ландыши, как в прошлом году. И розы. Да, все остальное есть. Вот наборы для вышивки крестиком. Красивые вот какие цветы. В садовой лейке. Маки. Жестяные коробки прямоугольные. Тоже для всевозможных мелочей. Для рукоделия. Цена не указана. Так, чехлы, коробки. Все это было. Давайте глянем дальше. Яд гюрзы с имбирем и золотым усом. И с горчицей и медом. Разогревающий бальзам. И вот еще с барсучьим жиром. Цена не указана. Но здесь, поскольку кремы по 50, значит, яд гюрзы тоже по 50. За 77 на деревянной ручке. Щетки массажные для мытья. 42 сантиметра. Есть еще ручка в виде ленты. Вот она, чтобы можно было, наверное, ну, уже такой сильный массаж делать. Антицеллюлитный массаж, я знаю, такими щетками еще делают. Вот как раз эта лента и нужна для этого, чтобы удерживать эту щетку уже вот так в руке. От Плюша 180 бумажных салфеток. Тяжелые какие коробочки. Вот какие инновационная система поддержки салфеток. Смотрите на обороте. Давайте глянем. Вот. Переверните коробку, нажмите на клапан и соедините их. Вот здесь два клапана. Установите коробку на основании и пользуйтесь удовольствием. Клапан будет поддерживать салфетки. Вот. С нововведением инновационным. И я нашла цену, значит, двухслойные, 180 штук за 55 рублей. Опять эти удобнейшие миски, металлические, по 199 рублей. Только теперь они огромные. Посмотрите, какой объем. Сейчас глянем. Объем 3,2. Была, по-моему, 1,5 литра миска, а теперь 3,2 с удобной такой крышкой. Кстати, крышка очень хорошо закрывает. Ее даже сложно одной рукой снять. Вот такие из нержавейки, удобные для салатиков и для, например, мяса вам надо замариновать или еще что-то. В общем, классный объем. Миска хорошая. Так, и крышка от брызг. Вот, накрываете, если вам нужно что-то взбивать венчиком или миксером. И поможет сохранить чистоте кухонной поверхности и одежду. Такие интересные. 30 сантиметров в диаметре. Цена опять не указана. Ну, видно, новинки. О, смотрите, какие весы. Ну, видно, новинки. Еще пока цену даже не проставили. И посмотрите, весы какие. Так, на 5 килограмм максимально. Значит, градация 1 грамм. Включить. Еще есть кнопка тара. И цвет в ассортименте. Беленькие. Красные. 199 рублей. Широкая платформа. Жидкокристаллический дисплей. И три цвета. Красный, зеленый, белый. Салатовый. Вот зеленый, салатовый. Очень яркий. И вот они беленькие. Давайте посмотрим, какие здесь нужны батарейки. Конечно, китайские дешевые. Кстати, можно вешать на стену. И здесь две пальчиковые батарейки требуются. Коробки многие открыты, так что проверяйте. Пластик такой вот уже, тут он весь заляпанный. Проверяйте перед покупкой, потому что очень много открытых коробок уже вот до меня. И смотрите, какая досочка, 77 рублей, тоже новинка, 32 на 23.
Архимия. Тут только единственное, что фирма мне нравится. 0,5 в треугольничке. 77. А так, конечно, против пластика. И здесь вот желоб для сока, для жидкости. Написано «щипцы кухонные». Но это новинки баночки. Кстати, взяли дизайн у Икеи. Там такие банки есть с крышками. Здесь прозрачный пластик. Очень тонкая металлическая или даже металлизированная крышка. Но толстое тяжеленное стекло. Давайте посмотрим, сколько здесь литров. Здесь литр 200. Написано «стекло, нержавеющая сталь». 99 рублей. Вот такие квадратненькие с прозрачной крышкой. Вот какие хорошие для хозяйства. Кувшинчики мерные. 55 рублей. Здесь и сахар в граммах, мука в граммах. Кстати, очень часто требуются именно в граммах. И такие кувшинчики выручают, когда рецепт дается не в стаканах, не в ложках, а именно в граммах. И литры. Литровый кувшинчик 55 рублей. Сделано в России. И Архимед еще нас радует вот такими пластиковыми лопатками, половничками, притом разного цвета. И так, лопатки по 55 рублей пластик. И вот они, кухонные кружки Сита с мерными делениями, 199 рублей. Ну, приблизительно столько же в Икее стоят. Удобная штука у меня такая есть.